О доброте, любви и мужестве. 10-й республиканский конкурс чтецов прозы «Цветные странички» прошел в республиканской детской библиотеке имени Колумба. Более 100 школьников из разных уголков Мариэл прочитали прозаические произведения и сыграли театральные сценки. Детская библиотека – это особый мир со своими тайнами, новыми открытиями, творческими возможностями. Именно поэтому школьники республики продемонстрировали свои таланты и любовь к книге на площадке библиотеки имени Колумба. История конкурса очень богатая. Нам уже 10 лет, и за это время более 1000 ребят из разных городов и районов республики приняли в нем участие. Нам не прожить никак без книг. Вы представьте, лишь на миг, как бы жили вы без книг, если все исчезло разом, что писалось для детей. От волшебных, добрых сказок до веселых повестей. Продекламировать свое любимое произведение съехались дети со всей республики. Владислав Кропотов учится в 3-й школе поселка Медведево. Юный чтец представил на суд жюри рассказ Федора Абрамова «Котина доброта». Я выбрал это произведение, потому что военно-патриотическая тема, она вот везде приветствуется. Николай К. по прозвищу Котя Рюмочка войну хватил лихо. Отец на фронте, мать умерла, и в детдом не берут, дядя родной есть. Правда, дядя инвалид, но при хорошем деле портной. Что ему стоит сироту пригреть? Однако дядя сироту не пригрел. О связи времен, прошлом и настоящем одной семьи рассказала Дарья Черепова, ученица 3-го класса Ишкаролинской гимназии «Синяя птица». Девочка прочитала произведение Бориса Ганага «Зеркало». Наденька очень любила наряжаться и вертеться перед большим зеркалом. Пробовала разные прически. На этот раз девочка примерила мамину шляпку с вуалью. Девочка сняла шляпу. И тут ее взгляд упал на бабушкину шапочку. Конкурс проводился среди учеников начальных классов под патронатом Министерства образования и науки Республики Мариэл и Республиканской гуманитарной гимназии «Синяя птица». Главная идея конкурса – это воспитать читающее поколение. И мы большое внимание уделяем тому, чтобы наш конкурс был интересен и превратился в большой праздник. Мы уделяем внимание театрализации. Наших юных участников встречают литературные герои в исполнении гимназистов. А конкурсная программа, она всегда состоит и из театральных миниатюр, и сценических зарисовок, которые тоже готовят наши гимназисты. Готовим символику конкурса, атрибутику, дарим участникам значки, закладки. То есть делаем все, чтобы ребенок, когда уезжает с конкурса, он был доволен, он понимал, что он посетил хороший праздник и захотел приехать снова. Пусть книги друзьями заходят в дома. Читайте всю жизнь, набирайтесь ума.